На несколько минут сотрудники городской администрации покинули свои рабочие кабинеты. Примерно столько времени занимает процедура, которая с наступлением осени вот уже несколько лет подряд проходит в зале для заседаний. Доктор измеряет давление, в ходе беседы выясняет, нет ли противопоказаний к прививке, и после укола защита организму обеспечена. Очередь идет быстро, поэтому можно сказать, что служащие администрации включаются в процесс иммунизации без отрыва от производства. И стоит заметить, делает это не только активно, но и осознанно. Безусловно, прививка очень важна. Ведь на самом деле сейчас идут такие заболевания и такие гриппы, которые, скажем так, очень массово выводят людей из строя. И эти заболевания иногда заканчиваются очень большими осложнениями для организма. Прививка позволяет нашему организму с наименьшими потерями пережить эту болезнь, да, и, безусловно, остаться здоровыми. Очень важно прививаться, и делать это нужно обязательно вовремя. А самое подходящее время как раз сентябрь. Это обусловлено тем, говорят медицинские работники, что более ранние сроки проведения иммунизации позволяют сформироваться иммунитету и предотвратить подъем заболеваемости. Мы должны первый этап у взрослых провести до 20 сентября вакцинацию. Это сейчас очень вовремя для того, чтобы избежать каких-то ранних вспышек гриппа. И для детей должны завершить до 27 сентября. Поэтому будет еще поступление второй партии вакцины. Но я считаю, что нужно людям всем, особенно тем, которые контактируют постоянно с другими людьми, нужно прививки сделать в сентябре обязательно. Если есть желание привиться, можно сделать коллективную заявку. И группа в составе доктора и медсестры приедет на предприятие или в организацию. В учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города, также работают прививочные кабинеты. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».